Ко дню города на проспекте Ленина 26 открыли новую детскую площадку. Ее появление стало еще одним шагом на пути продекларированного городскими властями Измаила намерения сделать наш город комфортным для досуга подрастающего поколения. Детский игровой городок стал настоящим украшением одного из самых густонаселенных микрорайонов нашего города. Здесь есть все, что может сделать досуг наших малышей содержательным и разнообразным. Горки, турники, качели, песочницы и даже кольцо для игры в баскетбол. Приятно радует глаз и прилегающая территория, облагороженная специалистами коммунальных служб. А появился этот уютный уголок благодаря небезразличным людям, меценатам с предприятия «Дунай Судосервис» и финансированию за счет средств городского бюджета. Удовлетворенный появлением в Измаиле столь привлекательного объекта, на торжественной церемонии открытия площадки мэр Андрей Абрамченко с удовольствием общался с малышами и даже закружился с ними в красочном хороводе. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».